Меня зовут Дмитрий, я работаю в снегоуплотнительной технике, работаю оператором, второй сезон. Работа у нас происходит ночью, время работы у нас от 8 до 14-16 часов. Работаем мы с 6 с полшестого вечера до 8-7 утра. Все зависит от снега, от склона и от snow control, то есть какие кучи нам накидают служба снижения. Ротраками управляют 4 оператора. В данный момент на каждую смену 3 оператора. У меня за спиной ротрак, он ездит на гусеницах. У него имеется отвал и фреза, который делает вельвет. В принципе, по маршруту мы катаем все в зависимости от техники. Каким завтра день будет, как завтра снег будет, ночью не будет, чтобы утром нам выйти и закатать трассу обратно. Ну, это как бы не машинная техника, и она не может такую скорость развить, как там фура 80 км в час. Ну, в общем, средняя скорость у нее 15 км в час. 12-15. Чем меньше скорость, тем лучше вельвет. Машинам тяжело подниматься по пухлому снегу. Надо, чтобы ее лыжники, сноубордисты разбили. Сегодня я выхожу утром в 5 утра на закатку бугеля и тролливали. То есть волшебный ковер. Это у нас для начинающих как бы склоны. И мы его закатываем всегда, чтобы детишки катались уже по укатанному, по мягкому снегу. Хорошая работа ночная. Иногда бывает скучные, иногда весело. Смотря с кем работаешь в смене. Постоянно хочется спать. Постоянно приезжаем без задних ног и ложимся спать. Вот еще.